Как дела? Как тебе бой? Согласен с решением? Нет, я думал, я выиграл бой. Но я вчера плохо спал и потому достал бутылочку вина и выпил ее, чтобы уснуть. Шучу-шучу, конечно, привет Паоло Коста. Я сегодня поставил все на карту, не все получилось так, как я планировал, но что есть, то есть. Он переводил тебя достаточно быстро и не давал подняться, что было не так? Просто не пошло, моя техника не была на высоте сегодня, да и габариты сыграли свою роль. Но я бы сказал, что это просто плохой день на работе. Что дальше для тебя? Ты все еще чем в среднем весе? Ты будешь защищать пояс или хочешь биться в полутяжелом? Не-не-не, это была разовая акция, я, конечно, вернусь в свой вес и буду править там, используя свой черный кулак. Это было прекрасное выступление, ты все еще остаешься одним из лучших бойцов на планете, и это большая честь наблюдать за тобой. Спасибо всем за поддержку, я это чувствовал, мы только начинаем, все еще впереди.